Красноярский художественный музей. Вниз тут вот еще. Ой, мы пойдем 30-е года смотреть. Олечка, где? Олечка. Так, все, красота, надо тут раздеваться надо. Ой, прелесть. Ой, здравствуйте. Мы посмотрим после капюшона. Ну, я вообще, я уже на себя посмотрю. Ну, ладно. Я еще вот целый. Чувствую. Да, выставка. Нет. Сейчас будем ходить. А вчера, а я тоже, кстати. Ну, сейчас мы линейка Герасимов клею. О, это Лемешев? Или Козловский? Мне болтыки понравились. Здесь играет. Производство масляных переключателей. Улья. Девочки, мальчики. Экскурсия на завод шарика подшипник. Мне нравятся все шарики, а можно посмотреть. Я увидела эту картину. Говорит, мы сейчас, как мы бежали сейчас в этот музей. Быстро, 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 чтоб успеть. Зинка, не, я вот видела зубастый самолет. Прикольно, это кто у нас? Леша. Самолет-крокодил. Готовится к полету. Прикольно, мне понравилось. Сейчас я оттуда подальше полный вид. Я отсюда прям сразу зубы увидела. Да, советские тортики с изобилием, да. Я сразу видела артиста в буфете, а мы все такие: о, детство, советские торты. Крем, куча, тур-сказка. Сейчас скажу, а сейчас будем узнавать. Тут какой-то киевский, наверное. Я вот такой, например, не помню. Такое тоже не помню. Не знаю. Вот торт сказка. Или полена, как она была. Вот. Сказка. Ночка еще была. И ночка. Он коричневый. Коричневый. Значит, это коричневая ночка. Вот это. Я так понимаю, такое... ромовые бабы. Да, какие-то кексы. Вот и вот этот. Вот это, да. Помню. Это розовый я тоже. Это, наверное, киевский какой-нибудь. Киевский. Это, а это был, знаешь, какой? Ландыш. Угу. С ландышами. А вот еще, знаешь, эклерчики. Эклерчики, картошечки. Вот эклерчики, картошечки. Вообще. А дядечка делает красоту. Так это картина 37-го года. Я смотрю, модные туфельки на трепещи, но грубо. Балеточки модные. Может, девочки? Ну, ты там очень красивая. Тебе кто больше понравился? Вот Карпов Олю спрашивал. Я помню, только в детстве вот так вот Карпов мы в магазине покупали. Так сейчас я не покупала, но сейчас тоже продают. И пускали. Пускали в ванную. Ты пускал в детстве в ванную? А мы пускали в ванную с бабушкой, она сплавала. У меня отец то, что ловил, вот просто рыбу. Ставили в банку, ловил. А кошка ночью открыла. Банку опрокинула. Рыбу всю сжирала. А потом вся дома упала. А моя учительница по специальности, она купила так вот дочке, поплавала, потом вот ели дочку, после этого рыбы не ели. Вот плакат Дейнейки заинтересовал женщину, нет, нас заинтересовала сначала женщина с волосатыми ногами. Вот, а потом нам, мы поняли, что это Дейнейка с названием «Физкультурники», 1933 год. Мышки, а дальше... Волосатые. И мышки волосатые. Нет, нет. Наоборот. Но ноги волосатые, мышки, мышки, подмышки нормальные. Нет, вот, значит, работать, строить и не ныть нам в новой жизни, к новой жизни будет указан. Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником обязан. Альтистом можешь ты не быть, а нарфистом быть обязан, да. СИЗО. Оказывается, это привезла всю выставку из Москвы. И мы за ней.
Да, вот прилететь в Красноярск, чтобы это все увидеть, ну нормально. А нам в Москве некуда ходить. Да, мы работаем. До свидания, спасибо. До свидания.